Благодатный огонь встречали в Сочинском аэропорту. В наш город его доставили в специальных лампадах абхазские паломники. После традиционного молебна от священного огня зажгли свечи, а затем повезли лампаду по всем храмам и церквям курорта, где проходили пасхальные богослужения. Для любого христианина это вообще почетно — получить такую святыню благодатную. И нам вдвойне приятно то, что наш город стал одним из первых, куда доставили этот благодатный огонь, эту светлую частичку, свидетельство того, что Христос воскрес. Вот. И этой радостью мы делимся сегодня со всеми, кто приходит в храмы. По традиции огонь в храмах поддержат до праздника Святой Троицы, который в этом году будет отмечаться 4 июня.